Возле Знаменского монастыря автомобилисты, участники автопробега «Барнаул-Алейск». Патриотическое мероприятие посвящено 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Акцию памяти организовало Алтайское отделение ветеранов вооруженных сил. Вы сегодня видите, как все с удовольствием собираются для того, чтобы совершить этот знаменательный пробег, тем самым почтить память наших отцов, матерей, почтить их подвиги. Среди участников автопробега неравнодушные жители края, актив Народного фронта и действующие участники специальной военной операции. Такие пробеги, такие акции должны быть, чтобы люди видели, что мы не одни, они не одни. Мы вместе, мы сила. Мы едем в Алейскую бригаду возложить цветы на памятник, а также вручить подарочный сертификат командованию. Помимо возложения цветов, участники автопробега передали гуманитарную помощь 35-й Алейской бригаде, которая в эти минуты защищает нашу страну на передовой. Валентина Аскерова, «День с толком».